подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. С вами Дима, и мы продолжаем всем проходить игру Dying Light 2. Ну что, ребят, продолжаем. Только продолжаем совсем не с того места, где я закончил. Потому что я записал ролик, но он у меня почему-то багнулся. Ну, в общем, у меня нету нормального оборудование, чтобы записывать хорошо, быстро и четко звук, поэтому у меня со звуком какие-то проблемы были, и он у меня вообще не записался. Поэтому одну серию, собственно говоря, про что была серия? Про то, что я пошел помогать Софи, напал на лагерь, в котором должны были быть бандиты, которые их шантажируют, но бандитов этих не было. Я пошел дальше, и мне на связь вышел на связь, собственно говоря, с Софией, но она на связь не вышла. На нее, предположительно, напали, непонятно кто, возможно, это были защитники города, еще один клан. Я пришел на место, и там никого не оказалось. Точнее, там оказалась дверь, но она была заперта, и у меня стоял выбор. Либо попытаться зайти в эту дверь, либо бежать уже навстречу с Айтером. Вот я выбрал вариант, где мне надо идти навстречу с Айтером. И я туда сейчас направляюсь. Блин, как запрыгнуть? Ну... Да подожди ты с помощью, мне еще добежать-то до тебя надо. У тебя есть что-нибудь, что может помочь? Чё такое? О, хорошо, что-то ему дал. Он вылечился. Спасибо. Хорошо. Я очень не хотел так умереть. Да не за что, обращайся. Да мне грибы нужны. Ну и вас обычно. Там вообще далеко еще? Ну да, только половина пути пройдена. Ой, отвали. Нет времени на тебя сейчас. Так, а я здесь запрыгну? Блин. Да, у меня сил не хватит по трубам лазить. Но у меня выбора нету. А, о. Ну ты чё? Ну я сейчас сорвусь, ты чё? Ясненько. Погоня началась, отлично. Это все из-за того, что у меня фонарика не было. Я в домике, отвалите от меня. Еще далеко бежать? А, ой, я уже прибежал. А как зайти? Открывай ворота. Так, мы на базе миротворцев.
Однажды Лукас устроил мне выручку. Никогда этого не забуду. Так, у меня звук записывается? Точно? Записывается, отлично. Перепроверить, на всякий случай. Ты пришел. Хорошо. Я не пошел в мотель. Ты прав. Мутно это все как-то. Похоже, ты подобрался близко к правде. Или они убили Лукаса. Или знают кто. Мы их разговорим. Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. Джек и Джо куда-то свалили. В башне почти никого не осталось. Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть в старом Велидоре. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Может. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да. И обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня – самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем надавить на базар, чтобы они сказали нам, кто убийца. Интересненько, кто ж убийца? Я думаю, вряд ли этот чел, потому что он пытался бы как-то замять это дело, а не расследовать. А те люди с базара, они как-то отнекиваются, типа, да, нормально все, чувак, забей. Типа, все путем, все так и должно быть. Вот меня это пугает. Возможно, скорее всего, это они и убили Лукаса. Так, выполняйте мощные атаки, которые наносят больше урона. Также, вот это я выучу точно. Паркур. Что-то мне еще нужен паркур. Но оно очень слабо апается. Надо больше бегать. Кстати, а здесь есть мастер? Вот, по-моему, вон он. Хуан Пазер. Представь. Крафт-мастер. Ситуация между... Улучшить. Что ты можешь мне улучшить? Компоненты. Не понял. Так, и чё? Укрепление. Укрепляет ваше оружие, благодаря чему с каждым ударом оно менее расходуется. Я не понял, а что я могу улучшить? С помощью вот этой вот чудной монетки. Может, еще просто не открыто ничего? Там торговец тоже не интересует. Мэтт военный гений. И в 10 раз лучше Хуана. Что будет после... Так, ну все, идем к водонапорной башне. Она у нас вот, она почти через дорогу. Самое высокое место. А почему я его отсюда не вижу? Так, зомби. О, вот здесь я могу забраться. Так, давай побыстрее, а? Хорошо. А, вот она башня здоровая. Так, стой. Эйден, как успехи? Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Айтер хочет захватить башню и заставить говорить жителей базара. Так вот, как он ищет убийцу Лукаса. Не такой уж он идиот. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит.
Ну посмотрим, посмотрим. Он наркоман и пьяница. Я его по-любому завалю. Рядом контейнер с ингибиторами. Так, а как мне вовнутрь зайти там? О, а вы кто? Вот и паркур прилетел. А это что такое? Какой-то необычный ящик. Рядом контейнер с ингибиторами. Да я слышал. Так, твердые щитки и мука. Отлично. Теперь есть из чего блины варить. Она выше, чем я думал. Намного выше. Как забираться туда будем-то? Черт. Не надо сваливаться. А, вон дверь. Мне до двери добежать надо, и все. Надеюсь. О! С первого раза. Айтар, Джек и Джо в башне. Они собираются ее взорвать. Блять, этого нельзя допустить. Башня заминирована. Обезвредь заряд. Быстрее. Так, я это делаю. А где еще заряды? Все. А, нет, не все. Отхода. А как мне наверх попасть теперь? Куда я не запрыгну? Это... А, во! Я не туда бил. Или мало бил. Контейнер с ингибиторами. Так, а теперь еще выше надо. Да я в обратную сторону иду. А, может, там дверь была? Вот эту дверь сломать нужно. Нет. Не-не-не, она точно не ломается. А, все, вижу. Вижу. Полезли. Так, не отсюда. Отсюда, что ли? Нет. Ага. Ты нас убьешь. Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет. Мы хотели собирать дань. Только и всего. Джек, дай сюда. Они это заслужили. Готово. Они умрут. Вода спасена. Джек, предупреждаю. О! А это я заберу. Кофта новая. Ингибиторы 2 штуки.
Так, где эти хмари-то? Чего-то я не понял. Да хер ли с ним, пускай ломается. А. Я пинался это время. Хотя можно было бы просто войти. Так, ну у меня другого пути нет, только наверх. Через эту доску, да? Ага. Таки получилось. Можем договориться. Давай, как терминатор, выломай её с ноги. Ну ты долго открываешь. Засранцы с базара или миротворцы? Чел, стой спуститься, нас схватят! Блядь, все просрали! Просрали. Сектор не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок! Эй, кто здесь? Конь в пальто! Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Так, ты проиграл. Драться, либо разрядить взрывчатку. Договориться. Ага. Ага. Ну, люди гнилые-то. Я думаю, им жить не стоит. Зачем с ними договариваться мне? А, незачем. Буду сейчас с ними биться. Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек. Это конец. В пизду все. Бита прикольная у него. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? Да похуй. Хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное место. Я не верю этому хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, блядь! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев! Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех! Предупредили? О чем? Но... что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку! Но, пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо! Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города, пилигрим, в ближайшее поселение. И никто не погибнет. Чувак, да дело в том, что я и так уже все разминировал. И так никто не погибнет. Давайте я помогу вам, ладно, хер ли с вами. Я могу вывести вас из города, но мне нужно уладить кое-какие дела. Спрячьтесь и ждите. Звучит очень рисково. Кто не рискует... Он врет, Джек. Выхода нет. Сука! Мне это не нравится. Блять, я не... Ладно. Мы будем ждать в туннелях около мотеля Танго. Как доберемся, подадим сигнал. Разумно. А теперь отдай детонатор, Джек. Ну, не такие уж они и ебобо.
Просто они их загнали в угол. И они не знали, куда можно податься. Из-за той ситуации, которая сложилась. Так, ну запускаем что, воду. Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. О, тут даже так. Хераси, распределение города. Когда вы отдадите объект миротворцам или выжившим, они берут контроль над зоной, в которой он находится. Когда фракция получает зону, она размещает в ней свои сооружения. Миротворцы устанавливают ловушки, полезные в бою, а выжившие приспособления для паркура, облегчающие перемещение по городу. Чем больше объектов вы передадите фракции, тем сильнее она станет и тем лучше сооружения смогут установить. Текущее распределение города можно посмотреть на карте. А, ну так здесь этих точек получается много будет. Так, отдать миротворцам. Автомобильные ловушки. Которые взрываются. Ого. Так, а если я отдам... выжившим, то будет много тросов. Чё лучше-то? Чё лучше-то? Давайте тачки. Нет. Тачки, пусть будут тачки, это важнее. Ночью убегайте от зомбаков. Буду подрывать тачки и мочить всех толпами. Насколько я понимаю, здесь, получается, башен много будет. Ну, сколько зон, столько и башен. Ну, реально крепость. Так, теперь вы можете посмотреть распределение города. Нажмите M, чтобы открыть карту. Тут даже вот так вот. А Санталуп это вот он центр. Это территория выживших. А это миротворцев. Здесь тоже выживших. Здесь еще вот она территория есть чуть-чуть. Так, распределение города отражает текущее положение зон города. Как нейтральных, так и управляемых миротворцами или выжившими. Ну окей, понятненько. Ясно, понятненько. Окей. Здесь вы найдете различные награды города, которые получите, назначая зоны под управление одной из фракций. Чтобы отдать зону, найдите ее объект, водонапорную башню или электростанцию и запустите ее. Хорошо. Тут еще, кстати, одна территория есть. Электростанция. Хакон. Эйден, где тебя носит? Где? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Я позабочусь о безопасности. Так, а где мотель-то? А, вон он, ух, блин, да далеко. А это так спускаемся мы, да? А внизу, интересно, тоже будет безопасная территория? Ну да. Тут и магазинчики должны быть внизу. Сраный чародей. А магаз есть? О. Отмазаться от патрулирования. Вместо меня пошел Грэм. Ух ты, грязная катана. Сколько? 32 урона аж. А это 33. Ножовка. Редкая одноручная мачете. А это у нас редкий длинный меч. А он одноручный или нет? Ну, по идее, да. Не стесняйся, гражданин. А ты чинить умеешь? Продать, выкупить? Нет, ты чинить не умеешь. А мастер? Улучшить компоненты. Короче, я... Те пушки, которые у меня ломаются, они ломаются навсегда.
Кстати, второго уровня жилет, а вот это уже интересно. Ну, пока мне и так сойдет. Но катану я, наверное, куплю. У меня есть что-нибудь еще? Серьезное. Так, а как посмотреть все-то? А, вот. 21, 26, 28, 18. Да у меня тут все вообще печально. Короче, надо все продавать. Продать. Ой, ну я, наверное, зря все подряд продаю, да? Давай я у тебя вот это вот прикуплю. Да и эту тоже. И халатик заберу твой. 876. Забираем. И это мы восстановление выносливости тоже забираем. Продать. Вот это продаем. Продаем. Блин, штаны. Мне штаны нужны. У меня одни штаны только. Все, лишнее спихнул. Перемодный. Так, а у тебя что за улучшение? Улучшить. Я искру могу себе улучшить? Нет. Мне нужен еще... А, вот, трофей с зараженным. 1 из 6. У меня 6 есть. Я могу еще шока накинуть. А это у нас восстановление здоровья. Усиление иммунитета. Усилитель устойчивости. А у меня хоть один такой усилитель есть-то? Чертеж. Ремесло. У меня регенерация только есть. И иммунитет. Давай мы тогда вот это прикупим. Мины не надо. Искра есть. А, так, кстати. Это у нас основа, а это навершие. А у меня навершие, а это основа. А сколько шанс? Ну ладно, я потом какую-нибудь пушечку вставлю по-любому. Сейчас пока ничего покупать береги не буду. Береги себя, дружище. А потом всуну обязательно. Это же благодаря тебе вода вновь течет из наших кранов. Да-да-да, не благодари. Спасибо тебе. Так, а мне теперь, короче, надо идти в убежище Барни и найти доказательства того, что... Ну, короче, нужно найти доказательства, что они плохие. Точнее, он, этот Барни, плохой. Но это уже будет в следующей серии. А если ты досмотрел до конца, обязательно подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь лайки. Это лучшая награда для меня. Всем пока.